Здравствуйте, уважаемые коллеги! Как слышно, как слышно? Напишите в чате плюсик и начинаем! О! Ура! Приветствую вас, дорогие коллеги! Сегодня у нас великий день! Мы наконец-то можем отметить наш праздник! 5 лет ООО «Русловые процессы». Мы достигли великих вершин. Да, 5 лет это немало. Исследовано много рек, много областей. Мы работали в Мурманской области и в Архангельской области, и в Карелии много раз. Ленинградскую область мы знаем всю. Вы можете на сайте посмотреть карту наших работ, где мы только не работали. Мы знаем все реки. И Неву знаем, и Лугу, и мелкие-мелкие, много, там десятки черных речек. Сделано около 300 работ. А также наш сайт. Наш сайт и единственный в Рунете, на нашем сайте есть форум гидрологический. Приходите и зарегистрируйтесь на форуме и общайтесь, гидрологи. Гидрологи, мы все время думаем, где же пообщаться в Рунете. Вот, общайтесь на нашем сайте, на нашем форуме, на сайте Русловед. Русловед.ру. Наверное, вы знаете этот сайт, раз попали на наш вебинар, посвященный 5-летию. Вот, Русло, то есть мы ведаем руслами. Русловед. Или по-другому получается еще Рус, как Россия, и Ловед, с любовью, любимый. Русловед.ру. Там заходите на форум, общайтесь, задавайте вопросы, отвечайте. Пусть это будет наше место сбора. Место сбора гидрологов. Там, где мы можем задать вопросы и пообщаться. Там можно обмениваться данными, советами и всем остальным. Так, ну еще мое дело. Раздать вам подарки. И от вас выслушать поздравления. Итак, кто хочет, может в чате написать все, что он думает о нашей организации ООО «Русловые процессы». Я директор, генеральный директор Кондратьев Александр. Так, смотрю в чат. И отвечаю. Так, ну и подарки от нас. Во-первых, на этой поздравляем вас, «Русловые процессы», с праздником. Спасибо, коллеги, спасибо. Вот, сейчас одновременно идут курсы повышения квалификации. Одни в прогрессе, вот только что я оттуда вернулся, поэтому мы и задержали наш вебинар, не получилось 7, потому что сейчас там коллеги, которые участвуют в нашем семинаре, семинар специальный по русловым процессам. Этот семинар мы уже проводим в прогрессе 7-й раз, такой традиционный семинар. Вот, и в эту же неделю сейчас проходят курсы повышения квалификации по гидрологии в РГГМУ, Российском государственном гидрометеорологическом университете. Завтра я буду докладывать и там, в 3 часа у меня доклад в РГГМУ, приходите, буду рассказывать о русловых процессах. А вечером в 6 часов будет такой тренинг, практическое занятие в прогрессе. Так, ну, какой я приготовил подарок вам? Подарок вам это 10-запись, аудиозапись. 10-дневного тренинга по русловым процессам, который я проводил в сентябре этого года. Это полноценный тренинг от и до, исключительно практической, никакой теории. Не рассматриваем тип русловых процессов. Как ни странно, для практики само знание типа русловых процессов оказывается не очень интересным, потому что мы все равно должны делать одни и те же действия при всех типах русловых процессов. И мы тоже должны выяснить, какие плановые деформации, какие глубинные деформации, как есть ли предпосылки для разработки пойменных проток при любом типе. И если мы все это выяснили, то мы строим ППР, профиль предельного размыва. У нас есть все исходные данные для того, чтобы его построить. Вот этот курс, 10-дневный аудиокурс полный, я дарю вам. Вы научитесь. Рассчитано на любой уровень. От новичка научитесь до конца. Прямо сами, по шагам, сделайте все и научитесь делать прогноз русловых процессов. Писать
раздел по русловым процессам в отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. А если вы опытный гидролог, ну, смотрите сами. Если считаете, что вы все знаете, ну, это не для вас. Но я считаю, что в этом курсе есть кое-что, что не знает сейчас никто. Потому что я создал систему. Ту систему, которая позволяет давать прогноз русловых процессов для любых рек. Не только для тех семи типов русловых процессов, которые описаны в нормативных документах. А и для тех наших мучительных. Для тех непонятных вещей, которые творятся на самом деле. Вот в реальности те типы, которые есть. Вот, все это будет. Для этого, чтобы получить этот очень ценный подарок, очень ценный курс по русловым процессам, оставьте в чате прямо сейчас, оставьте ваш логин на сайте «Русловые процессы». И я сразу вам вышлю ссылку на весь курс. Вот так. Ура, ура, практика рулит. Спасибо, коллеги. Ну, а теперь сегодня не будет никаких теорий, не будет никаких практик. Сегодня мы отдыхаем и сейчас приступаем к ужину. Да, Кать? Есть еда? Ну все, коллеги, со всеми прощаемся, а мы приступаем к торжественному ужину, посвященному пятилетию нашей специализированной организации по русловым процессам под названием «Русловые процессы». Ну все. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока.